Всем привет, с вами Лерочка Каменская. Сегодня я снимаю для вас видео о своей мейкап-рутине. Сегодня хочу показать вам продукты, которыми я пользуюсь практически каждый день, когда я исполняю свой макияж. И поделиться с вами набором кистей. Короче, очень качественные и очень бюджетные кисточки. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Свой ежедневный макияж я начинаю с такой увлажняющей водички от Clinique. Я распыляю ее на все свое лицо, и она служит мне практически как и база, потому что очень хорошо держит на себе косметику. Затем я беру вот такую вот плоскенькую кисточку Hakura H51 и наношу свой любимый тональный крем Буржуа, даже не крем, а серум, еще какими-то, либо просто наношу два слоя. Вот, не забываю про шейку, чтобы не было особо видно границ. Не всегда, но когда по праздникам, я, значит, использую свой консилер от Maybelline, называется Affiniton. Сейчас будет практически Ким Кардашьян, тут я вам устрою. Перехожу к бровям, у меня есть такой огрызочек маленький, карандашик от Essence. Такой фиксирующий гель. Стоит очень дешево. Консилер под глазками я всегда своей шанелевской рассыпчатой пудрой. Такая в банке большой, кстати, очень классная пудра. Те, кто любит рассыпчатые пудры, обратите внимание, потому что большая банка. Я, конечно, не являюсь никаким бьюти-гуру, никаким, я не знаю, там, визажистом, который мог бы давать какие-то очень толковые советы, но, тем не менее, я показываю вам, делюсь с вами своими маленькими секретами. Так что, так, я, кстати, забыла, как только начинаю наносить тональный крем, я, как и все, как положено, наношу бальзам на губы. Так, и теперь моя самая любимая процедура, самый известный, да, этот мак, как он, Harmony. Лена Крыгина всем рассказала, что нужно покупать. На кисточку тоже от Hakura H21, такая она скошенная, натуральная, из козы. Беру румяшки вот такой большой кисточкой. Набираю румяшки, это кисть для пудры, но мне больше нравится вот румяные наносить. Подстраиваются под температуру вашего тела, и они не настолько агрессивные, как, значит, кажутся в этой баночке. И в течение дня они еще могут поменять цвет. Дальше я беру синтетическую кисточку от Hakura, тоже она такая мигусенькая, и свой хайлайтер от Inglot, но мне, конечно, он не очень нравится, потому что он очень такой прям, его нужно наслаивать. Такую кисточку вот такую. Кстати, я хочу сказать, что кисти Hakura очень часто сравнивают с Sigma, вот, и кисточки очень дешевые. Я оставлю ссылку, где я покупала этот набор. Тени всем знаменитые, конечно, вы поняли, да, Naked Basics. Я беру оттенок Foxy и наношу его на все веко. Шиммерный, один-единственный в этой палитрочке, я высветляю себе уголочек, вот эту капель, и наношу его также немножечко под бровь. Я начинаю становиться похожа на человека нормального. Чистая кисточка, набираю знаменитейший оттенок Naked и складочку его себе, открываю свой глаз новейший. Так, стрелочки готовы у меня. А также я напоминаю, что все названия продуктов, которые я сегодня буду использовать, я пишу обязательно внизу под видео. Самое сложное для меня — это ресницы, потому что я
до сих пор в поиске своей идеальной туши. Я недавно на блогах разных бьюти-блогеров видела, что, мол, бегите в магазин и покупайте вот эту тушь. Это все, что вам нужно для идеальных ресниц. Они как раз, тушь называется Great Lash, стоит $3 где-то. Дальше я оформляю свои губы. Обычно я губы у меня под настроение, поэтому я могу то блеском, то помадой. Это матовая помада от Calistar в 18-м оттенке, Amaretto называется. Она матовая, но тем не менее она безумно увлажняет губы, я ее обожаю. Так вот выглядит мой повседневный макияж. Легенькие стрелочки, легенькие губки, румянчик обязательно. Иногда бывают случаи, когда я хочу чего-то немножечко яркого. И в таких случаях я беру свою любимую помаду от Nova, которую тоже советует Леночка Крыгина. Я надеюсь, мое видео было полезным для вас, вы что-то нашли для себя интересненькое. Не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить мне лайки, мне будет очень приятно, друзья. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке.